Доброе утро. Доброе, прекрасное утро. Тишина. Один я вещаю. Родители уже уехали на дачу. Родители уехали на дачу. Я гуляю. Вечеринки в клубах. Что-то там, тарам-тарам. Были песни, да? Это... Кстати, почему интересно? Знаете, что я вспомнил? Диски группы Стрелки. Где они здесь? Блин, неужели их выкинули? Неужели родители их выкинули? Блин, я бы их забрал бы. Да у мамы спросить. Точно, точно. Для аудиокассеты прям забрать, я бы забрал бы их себе на долгую вечную память. Так, мои хорошие, у нас сегодня по плану мы поедем в торговый центр. Мне кажется, они Лиску закрыли. Подождите, спасу пойду ребенка. Мне кажется, они ее закрыли в комнате родителя. Она спала сегодня со мной. Выходи, выходи, зайка. Привет, привет. Ты писаешь, подожди, ты писаешь, что ли? А, нет, показалось. Да, мы спали сегодня с тобой весь день, всю ночь. Да, котеночек. Сладенький мой котеночек. Да, сладкая девочка. Маленькая ириска. В два раза меньше ириски. Да, зайчка, да. Да. Что ты хочешь? Чего, котеночек? Чего, мой сладкий котеночек? Что такое? Что такое? Что такое? Ты как ириска. Только меньше. Только меньше. В два раза. Пей, моя сладкая, пей. Да, в моем детстве летом дворы были забиты детьми. Просто. В это время, сколько сейчас время в Красноярске? 10 утра. 10 утра, кстати, часам, я не знаю, сколько лет. Еще я жил в Красноярске, они висели. Крутились вот эти штуки вот так вот. Тудин, тудин. Кстати, это я маме из Венеции привозил. Италия. Мама, много было магнитиков, она говорит, я все убрала, потому что холодильник поменяли, она говорит, жалко портить, от магнитов царапать. Говорит, ну вот от этого не могла отказаться. Ну правда, очень красивый, да? Такой с перьями. Это 2009 год, по-моему. Моя первая поездка в Европу была в Италию. И вот мы ездили в Венецию. Да, это, по-моему, Андрюха привозил из Сочи. Тоже это не выкидывает. Можно было бы уже давно выкинуть. Это еще Андрей, по-моему, дарил. Ну, мы с Андреем что-то такое, не помню уже. Поэтому она не выкидывает. Помните, кто видел мою первую квартиру? У меня была такая же плитка, такой же фартук был. Мама увидела у меня этот фартук, пошла себе тоже купила, сделала. Вот. У меня в первой квартире в Красногорске, когда я жил, такая же была плитка на кухне. Так вот, в это время, в 10 утра у нас, в наше время всегда, в моем детстве всегда было много детей, бегали. Мы уже реально, мы выбегали уже гулять, вон там гуляли, вот. Вот здесь, на площадке. А вот здесь жила, сейчас покажу. Вот здесь жила, вот это вот первый этаж, это я, окна. Там четырехкомнатная квартира, и там жили мои друзья. Многодетная семья, они были такие, знаете,
ну, малообеспеченные, сказать вообще ничего не сказать. Они прямо были в нищете. Эту квартиру дали отцу, ну, семейство. А он работал, не знаю, раньше как-то выдавали квартиры, было проще с этим. И вот им дали эту квартиру. У них не было даже, представьте, обои. А на стенах обои не висели. Были тараканы. Ну, короче, мы их постоянно кормили. Мама их постоянно кормила. Ну, это были мои друзья. Там было три сына и дочка. По-моему, в живых остался только один сын. По-моему. Или два. Да, родителей тоже нет. Никого нет уже там. Дочка тоже умерла. Ну, короче, там вообще, ну, пипец. Доброе утро. Доброе прекрасное утро. Ты что такое? Ты вся мокрая. Ты так пила воду, котеночка. Поехали в Москву. Там Ириска будет с тобой играть. Аська навряд ли. А вот Ириска будет. Ириска будет с тобой играть. И я с тобой буду играть. Грувик, отдай мне ее. Не отдает. Ходил, умылся, нашел очки. Кстати, вы мне их не видели. Вы же на мне их не видели. Такие прекрасные очки. Мне тоже очень нравится. Что, на балконе посидеть? Давайте это. Сейчас сюда венца принесу. Мне кажется, я тоже бы так мог вещать. Людка, а Людка. Первый этаж. Как люди не боятся жить так низко? Кстати, я не рассказывал. К родителям же залез один раз парень. Была в гостях папы родная сестра. Папина. И было открыто окно. Представляете, ночью залез парень через балкон. Бля, это, говорят, такая битва была. Там тетя схватила нож, стул. Короче, его повязали. Проснулся папа. Его на кухне повязали. Он кинулся за ножами на кухне, парень. И тетя как-то там его отбивала. Короче, там вообще пипец какой-то был. Мне рассказывали. И это его повязали. Парень просил отпустить его. Он такой полунаркоман, полу какой-то там бродяга. Просил отпустить, не хотел в тюрьму, но родители сказали, папа сказал, сорян, ты пойдешь в тюрьму. Короче, вызвали ментов они. Пипец ему. Вчера мама, я ложусь, пойду, мама, можно окно будет закрыто? Я говорю, у меня будет достаточно форточки. Мама говорит, точно, точно, не дай бог залез. Так, я хочу пить. Кстати, я уже выпил бутылку. Тут в Красноярске, кстати, очень вкусный, вкусная вот эта минералка, ханкуль. Я ее пил, когда еще жил в Красноярске. Знаете что, я не взял с собой эту селфи-палку. Я забыл с собой взять селфи-палку. Сейчас, секунду, подождите, у меня есть другая. Так, подождите, я выключу, потому что там Вика спит. Я же брал вот такую. Эзекиэль. Вот, в общем, кстати, очень вкусная вода. Я когда жил в Красноярске, я ее постоянно пил. Это у них абаканская, по-моему, из Абакана. Нет? Не важно. А, ханкульского места. Такое есть, это ханкульского места происхождения. Очень вкусно. Кстати, маме понравился.
кофе попить. Как его сделать? У них, по-моему, только растворимый, но мне как бы не пофигу. Маме специи привозил. Не помню, сколько штук. Он уже потратил, сколько чили. Сколько я привозил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук разных. Итальянские травы. Травы для салатов. Это я в том году привозил, знаете? К мясу. Черный перец. И смесь перцев. Еще что-то там есть. А что за синенькая? Ну-ка. Чеснок, трава. Так, подождите. Вот кофе. Кофе у нас с вами черная карта. Давайте пить черную карту. Давайте пить. Так. Что мне еще нужно? Мне еще нужно молочко. Так, подождите, надо скипятить его. В принципе, он горячий. Они наливают, кстати, полный чайник. Постоянно. Не знаю зачем. Их постоянно все полно. Полный чайник, полный завар. А, они уже сейчас... А, нет, пользуются. Они заваривают крепкий чай, чефир, да, а потом разбодяживают с водой. Я уже отвык от такой системы. Мне проще пакетик опустить. Так. Какую-то карту, да, сзади подложить. Будет удобнее. Сейчас кофе будем с вами пить, сейчас скипятиться. Прикиньте, залез в комод, в коридоре, который стоит, увидел это зеркало. Этому зеркалу лет 25, если, блядь, не больше. Ему реально очень-очень много лет. Прикиньте, до сих пор он у них жив. Офигеть. Ему реально лет 25. Сейчас еще чуть-чуть пойду покажу. Что ты мне показываешь, скажет, в шкафу бардак. Мама, у тебя все хорошо, у тебя чистота. У тебя, мам, чистота. Видели, кстати, не видно, да? Это мама сама делает. Сейчас покажу. Мама сама из бисера плетет цветочки, лепесточки. Видите? Прям свадебная. План на день ты не рассказал. А, кстати, еще мама будет встреча. Завтра утром буду встречать маму, потому что они сегодня на даче допоздна, наверное, будут. А мы поедем в этот торговый центр сейчас. Вика проснется. Смотрите, у них какое молоко. Семенишна. Свеженькая. У них ничего не бывает просроченного. Они либо съедают моментально, либо мама срок годности отслеживает. Девочки, вы видели холодильник? Просто он забит едой, просто там даже вот эта доска, которую я вчера показывал с Крыма, она у них служит как второй полкой над салатами. Мама наготовила пипец.
так всегда. Ну, ой, какой дурацкий свет здесь, да? Вот так вот надо. Да, так так лучше будет. Сейчас Вика проснется, в общем. Будем собираться. А мы уже часа 12 мы выдвинемся. Они спят, кстати, все долго. Я, кстати, в семье. Что-то не хватает. Сахара я не хочу. В семье всю жизнь просыпался. Вот сейчас к сестре поедем во вторник, двоюродной. Они меня постоянно гнобили. Мои родные, братья, сестры. И Юлька. Что я всегда раньше всех просыпался и будил их. Я не могу долго спать. Что-то еще хочется, прям кофе, как будто, знаете, это то, что растворимое. Такое ощущение, как будто, знаете, пустое. Не, ну, ты эту чашку точно. А, кстати, вот эти чёрные эфиры. У Вики есть такие пакетики. Из кафе. Сижу сейчас, карты раскину, потом вернусь к вам. Тём, что не можешь что-то сделать? Вообще не понимаю как. Я смотрю в игре, чтобы получить код, чтобы войти в свой аккаунт. Тут смотри, вот я ввожу эту почту правильно. Я все уже миллиарды, квинтиллионы раз проверил это все. Угу. Он не приходит. Это же говная игра. Она нет, она хорошая. Я в нее столько уже играл. А что ты, зачем тебе пароль? Чтобы дальше играть? Нет, кот. Я же на новом устройстве уже играю. И мне надо войти в свой аккаунт. А вот я уже в почту, а кот не приходит. Может, ну нахер эту игру? Может, книгу лучше почитать? Что, на лето ничего не задали, Тём? Нет. Ну, действительно. Никакую книжку не задали? Серьезно? Какое у вас прекрасное лето. Нам столько книг задавали читать. Я всегда их на август откладывал. Но, естественно, их не читал. Даже в августе. Понятно. Вике плохо. Она спит. Выпила янтарную кислоту. Вроде не помогает ей. Да, Тём? Иди проверь, как мама там себя чувствует. Понял, принял. Понял, принял. К действию. Я говорю, Вик, поехали к 13 в торговый центр. Бля, мне так плохо, что там делать? Вот, слышишь? Чё? Не спит. Оно так. Как? Будем ждать её. До последнего верить, что проснется.